Закончили туда что обшивать, видосик на канале, начинаем новый проект. Вот такой вот у нас дом присутствует. Здесь нужно выполнить некоторые виды работ. Такой домик из этих СИП-панелей или как их там, USB, в общем, с пенопластом. Вот нужно цоколь переложить, камень тут видите как наложили, как попал он весь падает. Ну, здесь лестницу сделать, крылечко. Ну и внутри весь ремонт. Здесь часть плитку положить. Здесь вот зона кухни будет. Канализацию переносили в другое место. Я вчера тут весь день с ней возился. Потолок хочет, она натяжной будет. Стены хочет покрасить краской. Соответственно, всю проводку надо развести. Здесь туалет, ванная, раковина будет. Здесь сначала хотел кафелем обложить, теперь решил пластиковыми панелями зашить. Но на полу будет кафель. Здесь так небольшая кладовочка будет. Дверки купе здесь сделаем. Ну, вот такой вот вариант тут. Такие коричневые рейки красим. Будем дом оббивать ими, этими рейками. Ну, здесь вот комнатка такая маленькая. Ну, тоже здесь все стандартно. Ну, вот фасад с этой стороны досочками вот оббили коричневыми. Но тоже не до конца. Там еще брус надо. Вот надо доделать. И с той стороны еще ничего не оббивали. Надо с той стороны отбивать. Ну и из камня, вот из этого камня переложить всю дорожку до калитки. И перед крыльцом там площадку тоже камнем надо обложить. Выложить, вымостить, как там правильно. Вымостить здесь площадочкой где-то будет. Ну, на ширину дома, так туда метра 4 от дома. Это дерево срубить, ну тут такие вот работы. Мы тут, наверное, опять надолго зависим. Козыречек надо будет повесить. Вот здесь, видите, нету декоративных этих досочек. Будем делать. Так, всем приветики. Работы движутся у нас на даче. Вот ребята уже камень выложили. Смотрите, как получается. Вот завтра еще они там купят смывку, его помоют, чтобы был покрасивше. А то от цемента и от клея чуть разводы. Вот так вот такую площадку хозяйка нарисовала, вот они и выложили цоколь и дорожку вон до калитки. Я тут реечки уже часть набил, часть не успел. Тут ребята приехали с плиткой, моего козла выкинули в сторону. Ну, пока не отложили камень. Хозяйка, конечно, не подарок. Нервы тут она вымотала им нормально. Немного такая она волнительная. Вот с этой стороны вот такая тропиночка. Получается, вот здесь цоколь тоже выложили они. Ну, по всему кругу. Я еще с этой стороны брус никакой не набивал. Ну и вот тропинка пошла туда до калитки. Там еще у калитки они бордюрчики поставят. До ворот вдоль забора тоже там камушком выложат. Пока не камень выкладывали, я тут внутри занимался, там швы вот этот шпаклевал. Хозяйка хочет просто покрасить грунт, краска для OSB. Ей хочет покрасить стены, потолок хочет натяжной сделать.
Вот. Изначально гипсокартон отменился, как она хотела. Гипсокартон. Да, тут они пока камень, я тут всю канализацию сделал. Трубы сегодня вот запаял. Здесь вот вывел. В туалете здесь, не знаю, темно, не знаю, как тут будет видно. Тоже тут под водонагреватель вот все спаял. Еще вот водонагреватель теперь надо, чтобы мне определиться. Ну и с ней решить по высоте, как унитаз тут вот замутил. Так вот, получается здесь USB эту всю проштробил, трубы утопил. Здесь, соответственно, конечно, все это выровняется, приподнимется. Пока так. Предварительный вариант. Вот как у меня получилось. Говорил я все сделать на одной стенке. Нет, вот раковину и надо на другой. Вот пришлось по кругу штробить, выводить сюда. И канализацию тоже вот здесь. Нет бы все, как у людей, на одной стене вот унитаз, ванная, да и раковина посередине вот сделали бы. И было бы все отлично. Меньше затрат было бы. И мне проще. Ну, ничего. Так, следите за продолжением ремонта. Будут следующие выпуски, как мы тут красим, на пол плитку ложим, ламинат стелим, двери межкомнатные вставляем, ну, откосы на окнах, дверях. Здесь еще гардеробная будет, на двери купе хочет сюда ставить. Ну, купим, поставим. Давайте, до новых встреч!